Карамба ТВ представляет. Здорово! В общем, зацените вот этот кусок видео. Ладно, не буду томить, а просто расскажу, что будет дальше. Как вы поняли, чувак пытается ударить ногой по люстре. Хуёвая затея. Но это не останавливает чувака, он достигает своей цели, разбивает лампу и все, конец. Вот, посмотрите и убедитесь. 3, 2, 1. Я солгал. Зато как круто и неожиданно получилось. Я думаю, это будет уроком всем людям, которые любят испортить кадр своим присутствием. Ах ты, сука, мои видео никто не испортит. Я, конечно, против того, чтобы женщин пиздили. Ну, кроме тех случаев, когда она борщ не сварила. Но этот удар по щам был эпичен. Ладно, ладно, не волнуйтесь, с девушкой все в порядке. Видели? Она даже смеется. По правде, это очень необычно, чтобы девушка после такого смачного удара по щам потом бы еще и смеялась. Хотя, может, это не смех радости? Все мои близкие друзья умерли, я осталась одна. А вообще, я думаю, это все не просто так вышло. Чувак, видимо, давно к этой девице чувства испытывал и всегда мечтал ее обнять. И, к сожалению, ничего лучше, как дать ей по щам, ему в голову не пришло. Да и ладно, зато тёлку полапал. Непонятно что. Непонятно где. Непонятно кто. В общем, мужик из видео все происходящее в нем одной фразой опишет. Какая-то маленькая. Into. Yes. Так. Yes. Ноги. Your hand here. And push. Push and slide. Yes. Yes. А, блядь, какая-то хуйня. Ведь серьезно. Какая-то хуйня. В общем, я реально ничего не понял. Мужик спустился по какой-то трубообразной горке. В каком-то месте, похожем на торговый центр или что-то в этом роде. Хотя, может, это какой-то развлекательный центр, неважно. Важно лишь то, что снимать видео вертикально, как этот мужик, это... Какая-то хуйня. Вот реально, снял бы он все это горизонтально, мы бы хоть получше смогли разобрать все вокруг. А, я, кажется, понял. Это что-то вроде тех транспортных труб из Футурамы. А, блядь, какая-то хуйня. Я думаю, у Фрая были именно такие мысли в голове. Я знаю, что в какой-то момент заебал дико этим. Но все же представляете, если бы этот мужик был главным героем игры Doom 3. А, блядь, какая-то хуйня. Ну а теперь проведем небольшой психологический тест. Что вы видите на этой картинке? А, блядь, какая-то хуйня. И правда, какая-то хуйня. Итак, ребят, у меня есть небольшая загадка для вас. Три парня, один сидит на диване, другой стоит раком, а третий перед ним в кепке. Для чего все это? Гей-порно! Близко, но не совсем то. В общем, вот ответ. Бля, вот мне интересно, они именно это и задумывали? Слушай, я готов поспорить на 500 баксов, что ты мне не попадешь кепкой по лицу, делая сальто назад. Да, чувак только что на бабки попал. Это очень хороший пример того, что нельзя быть на 100% в чем-то уверенным. Всегда есть малейшая возможность совершения даже самого невообразимого действия. Как, например, если у меня сейчас в руке появится Сникерс. Блять, опять баунти, заебало уже. В общем, если у тебя получилось что-то крутое, ты должен вести себя так, как будто все так задумано. Да, прям как по маслу. Я представляю, какой нелепый у них был спор перед этим инцидентом. Слышь, а слабо не моргнуть, когда я перед тобой сальто буду делать? Да вообще похуй, давай. А, моргнул! Я, кажется, догадался, что это за чувак. Это сын Кунг Лао из Mortal Kombat. И, видимо, он превзошел своего отца в этом мастерстве, что ж головой кепку кидать может. Fatality. Как я говорил раньше, все же любят потанцевать, да? Ну, я имею в виду девушек, так как нормальные пацаны не танцуют. Разве что только по стёбу. Вот как раз один такой нормальный пацан, который просто по угару затанцевать решил. Меня засосало! Под танцпол. Бедный чувак. Если вы думаете, что он пьяный, то вы заблуждаетесь, господа. Просто кто-то строит ему козни. Какой-то злодей положил ему пару металлических пластин в задние карманы и поставил мощный электромагнит на улице. Ха-ха, сейчас я помешаю его веселью. А вообще есть маза, что все дело было в самолете и произошла разгерметизация салона. Бля, вот если посмотреть это видео задом наперед, то этот чувак выскакивает оттуда как черт из табакерки и начинает дико плясать. Не волнуйтесь вы за него. Вон он вылез и танцует дальше. А вообще этот чувак пришелец. Мне пора. Моя планета нуждается во мне. Мы всю неделю думали, что же сныкал в сундук вот этот чувак. В общем, мне понравились вот эти варианты. Самый ништяк вот этот, прям...
Нашел, откопал, раскопал, закопал. А теперь правильный ответ. Мой ответ. My precious. А следующее видео на интерактив нам прислала вот эта девчонка. Привет всем. Меня зовут Кристина. Теперь догадайтесь, что я делаю. Ваши самые интересные догадки, а также правильный ответ мы покажем в следующем эпизоде. Присылайте мне видеоответом на YouTube или вот на это мыло то, что вы сами хотели бы показать, и чтобы это попало в интерактив. А также не забывайте, что каждый четверг на сайте Карамба выходят эксклюзивные эпизоды плюс 100-500. Заходите каждый четверг вечерком, нормально так, и смотрите 100-500 на Карамбе. Ставьте палец вверх и подписывайтесь на новые видео, и я приду к вам ночью и принесу водички попить. Всех же ночью жажда мучает. Вот я принесу. Это был Плюс 100-500. Меня зовут Максим. Пока.